Восточный обход Аксая возьмет начало на 1024 километре федеральной трассы М4 в районе станицы Грушевской у развязки, ведущей к новому аэропорту, а закончится на 1091 километре в районе южного выезда из Батайска. Это 67 километров. Из них 36 километров – это строительство по новому направлению в обход города Аксая. Это 5 мостов, один из них через реку Дон, это 9 путепроводов, это 3 транспортные развязки, 2 надземных пешеходных перехода. Новая трасса обойдет поселки Мишкино и Большой Лог со стороны реки Дон, пересечет реки Дон и Аксай в районе станицы Ольгинской и устремится на юг через хутор Ленина по направлению к трассе Батайск-Ставрополь. Новый участок трассы будет примыкать к трассе М4 в районе существующей развязки Краснодар-Батайск-Ростов-Москва. Нагрузки на М4 Дон возросли. Вот этим летом в пиковые нагрузки в летний сезон мы как раз наблюдали, что интенсивность на отдельных участках доходила 115 тысяч автомобилей в сутки. Это колоссальнейшая нагрузка. Реконструкцию и строительство дороги госкомпания будет проводить, согласовывая свои действия с местными условиями. Для такого сотрудничества создана рабочая группа из специалистов областных министерств и представителей 8 муниципальных образований, по территории которых проходит трасса М4 Дон. Галина Белоусова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону.